о моей косметике. Так как я переехала в новую квартиру, у меня здесь нет косметического стола. Не перетащишь же его сюда. Оно такое здоровое. Оно очень большое. Придется мне все расставлять на моем письменном столике. Я, кстати, сегодня зашла в подружку. Там появилось очень много всего. Если вы наберете 15 тысяч лайков, то я вам там сниму влог-обзор, где я буду закупаться косметикой по полной. Ставьте лайки, ребята, потому что видео будет очень классное. Ребята, ну а если вы наберете 20 тысяч лайков, то я выпрошу у мамы и папы маленький косметический столик в эту квартиру. Прям вот так вот глазки сделаю. Ребята, вот если вы наберете 20 тысяч лайков, мои родители это обязательно заметят. И сразу же поедем мы вместе с ними и с вами покупать у меня косметический стол. Будет влог и потом еще куча видео с этим столиком, представляете? И видео, кстати, будет очень интересное. Поэтому набирайте 20 тысяч лайков, пожалуйста. Все, погнали расставлять быстрее, я уже хочу рассказать про подружку. Итак, сегодня в подружку я зашла, там было столько много всего яркого и интересного, но я взяла только самое нужное, а именно вот такой органайзер. Посмотрите, какой он крутой, я никогда такие большие не видела, это первая подружка, в которой мне попался такой большой органайзер. Наподобие такого органайзера у меня есть вот такой, он очень маленький, покупала его в фикс-прайсе за 99 рублей. И здесь как бы не три клеточки вот таких, а 4. И у меня в месяц и туда абсолютно все. И также здесь есть раз, два, еще и здесь есть. В общем, он очень большой, мне прям это очень понравилось. Также я купила вот такой контейнер с ящичками. Они вот так отодвигаются. Сюда можно что-нибудь внутрь положить. И такой огромный просто. Здесь целых три ящичка. Он безумно тяжелый, кстати. Я думаю, здесь у меня будут лежать разные палеточки теней, мои туши, пудры всякие. Вот такие вот штучки. Ну, как думаешь, у меня сюда все вместится? Не знаю, давай посмотрим. Давай, кстати, смотри, вот тут нарисовано, вот видишь, что вот эту подставочку можно поставить сверху этого. Вот так. О, отлично как. Как думаешь, лучше поставить ящички на ящички или же органайзер на ящички? Ну, давай сначала все положишь, а потом уже посмотрим. Ладно, давай, погнали. Но мы еще не до конца все рассказали, вам продолжаем. Также я очень хотела купить вот эти три помадки, но нам сказали, что там есть акция. Берешь две штучки от этой фирмы, и третья идет в подарок. И мы, конечно же, так и сделали. Я взяла вот такие три помадки. Это с виноградом, с персиком и с лимончиком. В подарочек я взяла вот такой бальзам с шоколадом и также вот такое прикольное мороженка с клубничкой, с блесточками, с бантиком блестящим. Мне оно очень понравилось. Нам такая продавщица говорит: и еще вам контейнер в подарок положим. Я такая: что за контейнер? Вот такой он, не очень большой, розовый. Открываем. Написано, что он с зеркалом. Очень прикольный, похож на ланчбокс. Открываем. Какое тут зеркало большое. Я теперь что тут краситься буду. Я его вот так буду ставить и сидеть краситься. Это же так удобно. И вот сюда можно что-нибудь положить, помадки вот так поставить, например. Так что, ребята, бегом в подружку. Может быть, там еще действует эта акция, и вы получите бесплатно такой же контейнер и также плюс одно средство от LP Care. Тут разложила, кстати, свою косметику. Это у меня все помады блески для губ. Я же еще не сказала, я еще купила патчи, их 30 штучек. Я очень давно хотела патчи в такой упаковочке, потому что они безумно залипательные. А это вся моя косметика, здесь бальзамы, тут разные компашки, вот жидкие тени, кисти, здесь спонжики. Ну а тут все остальное, то есть палеточки, туши и вот для бровей и консилеры. Разложила, в общем, ребята, как могла, но сами понимаете, если у меня так все будет лежать, это не дело, мне просто будет неудобно. А вот сейчас мы вместе с вами все разложим и будет идеально. Кстати, сегодня мои подписчики из Инстаграма видели очень много историй из магазина «Подружка». Вот, там были такие классные палетки от Revolution, просто обалденные. Хочу себе кучу таких палеток. Ребята, мне их купить? Сделаю вопрос в Инстаграме. Итак, ребята, давайте начинать. Сначала откроем контейнеры от пленочки. Освободим их, так сказать. О, гремит. Ну, что сделаешь? Не, хороший, Ксюша. Мне тоже нравится. Вот такой еще контейнер у меня есть. Смотрите, как классно смотрится. А вот сюда как раз такие маленькие помадки можно поставить, видишь? Бальзамчики сюда можно поставить. Не, считай, маленькие туда не надо, маленькие можно в такие крошечные поставить. Я хочу новую пока расставить, сейчас посмотрим вместе с тобой, мам, да? Так, начнем заполнять вот этот контейнер, здесь у меня будут лежать помадки. Для начала откроем наши новые. Это, кстати, не все помадки, которые мне понравились, мне там еще много понравилось, только я их не купила. Набирайте 15 тысяч лайков, и мы там столько всего купим для обзора и для расстановочек. Погнали нюхать, они такие маленькие.
маленькие, компактные, влезут в любую сумочку, даже в кармашек. Это с лимончиком. О, какая она милая! Очень приятно пахнет. Это с персиком. Пахнет персиком. Вкусненько. Ну и виноград. Тут виноград вообще самая лучшая. Желейка. Просто пахнет желейкой. Видишь, я тебе говорю, лучше бы сюда их поставить. Смотри, как прикольно. Видишь, их видно, какой вкус. А мне кажется, сюда что-то пошире надо, покрупнее. Для маленьких всегда место найдется. А вот для более крупных, там блеск, кафе, помад, место будет как раз само то. Ну ладно, сейчас посмотрим. Давай их пока вытащим обратно. Откроем вот эту следующую помадку. Она у меня с шоколадкой, с какао-бобами. Какая милота. Вообще такой пингвинчик здесь миленький. Очень приятно пахнет. Я вот так пальчиком раз. Запах у нее просто обалденный. Пахнет шоколадкой. И также я купила вот такое мороженка с клубничкой. Там еще было маршмеллоу и с каким-то кремом. Но они, конечно, прикольные, но это была самая красивая. Поэтому я ее и взяла. Какая милота. У нее даже глазки есть. Я ее, честно, взяла из-за бантика. Она очень прикольная. Нормально. Помады выбираем из-за бантика. Что это так? Как круто! Она обалденно пахнет, да она еще и с блеском. Ребята, так, все... так она маленькая такая, сколько там в ней помады-то? Да вообще немного. Обалдеть, вот это и все. Не трогай. Да, все, ну смотри, какая она классная. Я довольна этими помадами, очень довольна. Вы просто не представляете, как довольна. Теперь открываем патчи, тоже очень занимательно. У меня никогда не было патчей в такой упаковке. Ну, у меня были только, знаешь, по отдельности. Ну, типа две штучки, а здесь их целых 30. Приедет ко мне подружка, и мы будем все в патчах сидеть 24/7. О, на меня капнули! Они розовые, да еще и с блеском! Ой, красота какая! Посветите вспышечкой, я еще раз хочу насладиться. Очень классные. Видишь, мам, я тебе прям про такие патчи говорила. Видишь, они как инь-янь прям тут лежат. Они одноразовые? Да. Что сделать, это жизнь. Доримы. Ребята, смотрите, я тут уже поставила свои новиночки. Мне пока что нравится, переставлять не буду. Если места хватать не будет, то я переделаю все обязательно. В общем, продолжаем. Начинаем расставлять бальзамы. То, что я хочу расставить самым первым, это будут вот такие помадки, потому что ради них я купила этот контейнер. Сейчас вам все покажу. Этих помадочек у меня 12 штучек. И здесь как раз таки 12 ячеечек. Начинаем расставлять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Видите, ребята, они все заполнены. А здесь только 9 входит. А 3 где мне поставить? Поэтому этот контейнер специально для этих помад и создан. Я придумала, что я поставлю сюда наверх. Я поставлю сюда помадочки от 7 Days. И место как раз для них тут и создано, собственно. Еще у меня есть жидкие тени для век от 7 Days. Поставлю их сюда. Раз, два. Следующее, что я хочу сложить, это мои палетки теней. И не только теней. Палеточка теней от Revolution. Смотрите, как будет удобно. Раз. Два сюда положил, закрыл. Сюда две палетки войдет. Две? Конечно, что ты по одной Ладно, будешь. Ладно, давай сейчас посмотрим. Наверх я хочу положить румяшки от Revolution и хайлайтер тоже от Revolution. Вот так, две палеточки сюда у меня отправляются. Ну вот, видишь, задвигается нормально. А сюда я хочу положить вот такую палеточку от NYX. И хочу положить вот это сюда. А если смотри, как я придумала. Да. Раз, два, три. Наверное, не войдет. И да, наверное, не войдет. Доримы. Что делать? А если мы их положим в этот контейнер, смотри. Я почему-то думала, что ты сюда блески положишь, этот маленький. Сюда не вмещается. Мне кажется, это вот прям для мелочевок. Ребята, я придумала, как это все сложить. В нижней полочке у меня лежит палеточка от Revolution и также румяна. В среднюю я положила хайлайтер и тени фиолетовые. А верхнюю полочку я сложила вот так. Здесь внизу у меня вот такая мини-палетка теней. Консилер, глиттерные тени, румяшки мои. И также вот такая палеточка для бровей. У меня сюда вместилась. По идее, у меня здесь остается место в каждом контейнере. И сюда обязательно нужно что-нибудь положить, потому что я хочу заполнить все. У меня есть два карандашка для бровей, которые я отправлю сюда. Они сюда хорошо вмещаются, потому что они длинные. Еще у меня есть вот такие цветные туши от 7 Days. Хочу их положить во вторую полочку сюда. Ну, обыкновенную тушь положу сюда. Все вошло очень компактно и классно. Кладу вторую полочку. А сюда я хочу положить вот такой хайлайтер. Подводку. И пока что... Все, или можно сюда еще вот эти положить для бровей, а сюда побольше что-нибудь положу. А ты не запутаешься, что у тебя здесь то, здесь то? Нет, не запутаюсь, я же привыкну.
Вот видишь, все прозрачное, я все вижу. А, ну да, вообще-то. Но греметь ты точно будешь по утрам, я представляю. Давайте, ребята, быстрее набирайте 20 тысяч лайков, чтобы у меня столик был. А то так его нет, и у меня все вот так стоит горой. Верхнюю полочку в этом контейнере я решила оформить вот так. Сюда я положила свои два консилера, хайлайтер розовый, праймер для глиттера и тональную основу наверх. Идеально все вошло. Следующий контейнер я решила сделать вот этот. Верхний ящичек у меня находится здесь. Сюда я положила свои помадки, которые покупала в H&M. Две помадки от NYX. База для бровей, щесочка с гелем. А это праймер для теней. Практически здесь все идеально лежит, кроме этого блеска. Он немножечко не вошел, так сказать. Кладем его наверх. Красота какая. А вот вниз я еще не придумала, что положить, зато придумала, что положить сюда. Наверх я поставила вот такие длиннющие блески. Помадка вот такая прикольная. Также блеск от NYX. Очень красивый. Прозрачная помада. Ну как бы когда-то она была прозрачная, сейчас она розовая. Также фиолетовую мятную помаду сюда положу и розовую помаду, которая светится в ультрафиолете. Сюда я поставлю этот блеск. Масло для губ от NYX. Две помадки от NYX. Ребята, у меня сейчас упала помада. Видите, помада же вот здесь обычно. Она отпала, а еще она и здесь есть, представляете? Ну зачем лезешь? Тут две помады. Круто! Смотри, мам, плюс одна помадка. Вот если бы помада не упала, я бы не знала. Вот сюда я их поставлю. Дальше у меня идет вот такой хайлайтер жидкий и консилер от Revolution. Тоже отправляются они сюда. Вот такой хайлайтер, тоже его сюда ставлю. Ну и также вот такие вот тенюшки, глиттеры. Раз и два. Видите, ребята, как удобно, все видно. Как классно получается, давайте доставлять дальше. Кстати, я еще сюда поставила вот эти маленькие 4 помадки. Они сюда тоже хорошо вошли. В этих двух контейнерах стоит так много косметики, казалось бы, они же маленькие. Но на самом деле очень вместительные. Я очень довольна, поставим мы это сюда. Может, в уголочек? Ну, думаю, что нет. А в этом чемодане тебе ничего, кстати, не осталось еще? Нет, ничего не осталось, я все сюда вытащила. Не верю. Думаешь, у меня больше косметики? А, ну да, нет, пусто. Так смотри, сколько у меня еще помад-то есть. Я почему-то думала, что ты эти помадки вот в эти задвижки, да, получишь. Да, я их туда положу, конечно. А есть вот такие толстые, они не войдут. Не стоит тогда этими блесками занимать вот этот контейнер. Мамуль, смотри, что у меня еще есть. О, ну это вообще тут вообще гора всего. Кисти я хочу положить отдельно вместе со спонжиками. Пудра раз. Только пудра и все. Нет. Блестки. Нет, пудра. Не войдет. Ну что, тебе так удобно будет? Ну да, я сразу мне редко пользуюсь. Мне кажется, тебе надо сюда положить всю мелочь. Допустим, тушь, которой ты красишься, там подводочка, там тени, румяшки. Так а может тебе положить тут новый блеск вот сюда? Ну, бальзамчики вот эти. Кстати, хорошая работа, Олег. Олег? Да, это тренд, смотри. Вот бальзамчики. Ты мне уже одними трендами разговариваешь. И вот, кстати, еще один бальзам, практически новый. Раз. Ребята, у меня тут возникла идея. Почему нельзя сюда поставить контейнер, как на этом контейнере? Берем раз, мою старую. И два, готово. И расставляем. Раз, два, три. Новые бальзамчики сюда отправляются. И это тоже новый бальзамчик сюда. Ну вот, отлично, мне так больше мороженка нравится. Сюда. И это, я думаю, что вот сюда отправляется, да? Да, вот поставим. Это лучше, да. Это мне хайлайтер поставлю сюда. Фиксатор вот сюда. Ну ты вообще им редко пользуешься, ну пусть ладно стоит. Да, так у меня еще тут есть подводка для губ, я ставлю вот сюда, к помадке. Угу, вот с этим контейнером тебе разобраться. Мне кажется, проще блеском вот этим так лежать. Нет, я сюда поставлю вот эту помадку, вот эту. Ой, я бы не стала. Во-первых, они старые, ты ими уже не пользуешься. Пусть они здесь лежат в общей массе. Я ими не пользуюсь, я ими пользуюсь. Ничего ты ими не пользуешься, они уже, наверное, прокисли там. Прокисли? Ну ладно, пусть лежит. Тогда вот это-то нужно поставить сюда обязательно, помадка тоже. Зачем она будет такое место красивое занимать? Здесь что-то можно высокое, хорошее поставить. Что именно-то? У меня уже все закончилось. Хотя есть старые румяшки, которыми я не пользуюсь. Это сюда задвигаем. Отлично. Так вот же у тебя еще новый, под твои еще блески. Еще новый. Давай тогда новые блески сюда поставим. Конечно, давай. Какие новые блески? Да вот почему те. Вот эти объемные сюда тогда кладем? Объемные, давай. Смотри, какие глубокие как раз вот ячейки. Да. Удобно будет здесь? Ну, я думаю, да. В принципе, когда они вот так на виду, тоже хорошо. Ну, я думаю, так удобнее будет все-таки, когда они здесь будут лежать. Смотри, раз. Подожди, уши торчат, давай. Наверное, не закроется. Ну, конечно, не закроется. Ой. Тогда положим. Раз.
2. Вот, видишь, закрывается. Угу. 3. Сверху вот эти тени ставь. 4. Если закроется, правда. Мы проверим. Да. 5, 6. Вот так можно сделать, видишь? Мне кажется, закроется. Нет. Нет. Поставь пеноколаду тогда вот сюда, раз она такая неудобная. Ну вот, все, тогда мы туда поставили. А, тогда можно вот это положить вверху этого. Угу. Это положить сюда. Сюда. В другую уже тогда поставим. Угу. А морожку, думаю, не войдет сюда уже. Ну, мороженку тогда туда положи, кто и ладно. Нет, 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 не для тюбиков это. Тюбики тогда сюда ставь. 1, 2. Феечка сюда не войдет? Вот так. Феечка войдет? Как думаешь? Уши. Нет, пожалуйста, не надо со мной так. Ну тогда вот боком положи, пусть так реально спит. Реально. Спит. Все, красота, мне нравится. Ну-ка покажи, открой. Ну вот, видишь, полностью закрыто. Значит, его мы двигаем сюда, этот контейнер. Этот идет у меня здесь. Чемодан у меня как раз вмещается тут. Чемодан, я считаю, вообще надо вот сюда на нижнюю полку убрать. Он мне нравится, красиво смотрится, как фон. Ничего себе, у тебя тут гора всего будет, нормально? Сверху этого можно поставить вот гель с алоэ, вот так красиво. Ну зачем все подряд? И вот так вот прямо. О, и каждый раз все это убирать, а потом доставать. Красиво же. Красиво. Что мне нравится? Если не нравится, тогда покупай мне стол. Ребята, набирайте лайки, пожалуйста. А что это такое на столе на письменном? Мне вообще не нравится. Вообще дизлайк твоей косметики. Покупай мне стол. Стой, ну сразу. Это пылью будет собирать, это вообще. Давайте мне стол. Если не хочешь покупать новый, тогда привези старый. Да он неподъемный, Ксень, я бы привезла. Ну пока что у меня будет лежать все так. Ну тогда я переложи вот это вот все в одну. Итак, ребята, у меня остались эти палеточки, их положу сюда. 1. Сиротинушки наши. Да, вот также такие палетки Ultimate. Контуринг сюда тоже положу. Хайлайтер и блестки отправлю сюда. Вот такие блесточки тоже сюда у меня пойдут. Ну вот видишь, как хорошо, все в одном контейнере в глубоком будет лежать. Твоя мампудра и также моя. Так, не надо мне ее так низко, чтобы я ее искала потом по утрам. Ладно, мою пудру сюда ставим. Тоналку. Сюда. А где остальные тоналки? Сюда. У меня 2 тоналки всего. Одна новая у меня сюда отправилась, а вот эта старая, она уже заканчивается. А-а-а. Помадка 1. Еще одна помадка 2. Хочешь сюда все закинуть? Еще одна помадка 3. Да. И еще одна помадка 4. Ну, вот так вот, ладно, нормально. И что, ты будешь здесь опять все расставлять? Мне кажется, вот чемодан лишний. Думаешь? Ну, давай его уберем. Чемодан я уберу вниз, как он у тебя раньше стоял. А это я уберу сюда. Ну хотя бы. И подъем вот так. Ну, по крайней мере, аккуратно все смотрится. Обычно я чихаю вот так. Апчхи! Что-то на меня сейчас напало, я чихнула. А куда ты этот контейнер поставишь? Ну ты, мне кажется, слишком уже сдвинула. Ну, обратно подвинем все сейчас. И обратно, пожалуй, задвинем. Теперь меня все устраивает. Эти контейнеры можно убрать. Итак, ребята, я так устала все расставлять, а теперь, наконец-таки, бегу на ногти. Ставьте лайки, набирайте 20 тысяч лайков, и мне мама покупает косметический новый стол. А если вы наберете 15 тысяч лайков, то я буду закупаться в подружке, где есть очень много всего интересного, и я очень много всего интересного куплю. В общем, всем пока. И спасибо за просмотр.